Совсем недавно стартовал 22-й чемпионат Республики Беларусь по футболу во второй лиге. Представляем футбольный клуб «Коммунальник» сезона 2012. Главный тренер команды Александр Кадовбек. Тренер Александр Гусар. Тренер-массажист Вадим Кухта. Владимир Корней, вратарь, 1990 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Руслан Корнев. Артем Самотошенко, вратарь, 1991 года рождения, воспитанник ЮСШ номер 5, город Барановичи, первый тренер Валерий Черняк, выступал за футбольный клуб Барановичи и дубль Гранита. Денис Куцко, защитник, 1983 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Руслан Корнев. Максим Федорчук, защитник, 1989 года рождения, воспитанник ЮСШ Альбертин, первый тренер Александр Гусар. Николай Мазур, защитник, 1986 года рождения, воспитанник ЮСШ Альбертин, первый тренер Александр Гусар. Помимо «Коммунальника» выступал за команду «Белтрансгаз». Владимир Базей, защитник, 1988 года рождения, воспитанник ЮСШ номер 6, город Гродно, первый тренер Эдуард Городок, выступал за футбольные клубы «Лида», «Сморгонь», «Осиповичи» и «Ливадия». Анатолий Жуков, защитник, 1991 года рождения, воспитанник футбольного клуба «Минск», первый тренер Виктор Гончаренко, выступал за дубль футбольного клуба «Минск». Сергей Гусар, полузащитник, 1988 года рождения, воспитанник ЮСШ «Альбертин», первый тренер Александр Гусар. Егор Соколовский, полузащитник, 1989 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Руслан Корнев. Олег Тарасюк, полузащитник, 1987 года рождения, воспитанник ЮСШ Альбертин, первый тренер Александр Гусар. Николай Остапчик, полузащитник, 1978 года рождения, воспитанник ЮСШ Альбертин. Николая начинали тренировать Александр Гусар, Валентин Городников и Георгий Вербицкий. Павел Степура, полузащитник, 1993 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Руслан Корнев. Сергей Подрецкий, полузащитник, 1995 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Вадим Михно. Вадим Спасюк, полузащитник, 1991 года рождения, воспитанник районной ЮСШ, первый тренер Александр Закавраж. Александр Матюк, полузащитник, 1983 года рождения, воспитанник ЮСШ, город Лида, первый тренер Олег Фролов, выступал за футбольный клуб Лида. Андрей Якимович, нападающий, 1985 года рождения, воспитанник ЮСШ, город Лида, первый тренер Виктор Янчаускас, выступал за футбольный клуб Лида. Александр Третьяк, нападающий, 1983 года рождения, воспитанник ЮСШ, город Лида, первый тренер Олег Фролов, выступал за футбольные клубы Лида и Ветрич 97, Речица. Андрей Орочко, нападающий, 1991 года рождения, воспитанник ЮСШ номер один, первый тренер Руслан Корнев, выступал за дубль Батэ и футбольный клуб «Волна» Пинск. В «Коммунальнике» заявлено всего 26 футболистов, из них 15 являются любителями. Несмотря на полулюбительский статус команды, коллектив будет бороться за самое высокое место в турнирной таблице и, конечно, радовать своих зрителей красивой и зрелищной игрой.